Если успеешь поставить лайк за 3 секунды, у тебя всегда будет отличное настроение! Всем здорова, ребят, с вами по-прежнему Овер, и добро пожаловать в игрушку под названием People Playground. Ребят, мы продолжаем смотреть на различные постройки из мастерской Steam. Сегодня я приготовил реально прикольные построечки. Мы поделаем, как вы любите, эксперименты с людишками, попробуем поугарать над ними и так далее. Заранее вам, ребят, огромное спасибо за большой палец вверх, я уверен, вы успели его поставить. Ну что ж, первая наша постройка, ребят, это вот такой бункер, в который мы можем поставить человечков, и по идее в этом бункере они должны себя чувствовать максимально безопасно, ребят. То есть, по идее, в этом бункере им ничего не грозит. Все у них будет хорошо. Тут даже есть арсенал, ребят, вот. Но давайте попробуем штурмовать этот бункер. И предлагаю начать с какой-нибудь, ребят, машины. У меня тут есть тачки для дерби. Можем с помощью этой машины и попробовать как-нибудь протаранить этот бункер. Давайте вот на таком расстоянии для начала поставим. Активируем, ребят, тачку. И давайте смотреть. Да, машина у нас врезалась, конечно, в бункер, но она его не разломала. Но, ребят, что будет, если в этот бункер врежется грузовик на огромной скорости? Потом попробуем пострелять, ребят, в бункер, но для начала вот реально у нас грузовичок. Так, поехал, посмотрим, ребят, я думаю, что бункер он все-таки протаранит. Ох ты ж! Ха-ха-ха-ха! Нифига себе! Да, конечно, жестко он ударил наш бункер, да, людишки там немножко как бы пострадали, но сам факт, друзья, ну, может, переломы там и так далее, но бункер держит, ребят, удар. Хорошо, а если мы, например, с помощью минигана попробуем пострелять по этому бункеру? Ну, ребят, понятно, как бы я все понял, в принципе, хорошо. Ладно, закидываем, ребят, гранату, давайте. Так, и с помощью гранаты этот бункер не взять, что ли? Серьезно? А ну-ка, динамит, ребят. Бамс. И нифига, ребят. Бункер выдержал. Так, друзья, это уже вызов. Это реально вызов. Ну-ка, ставим танк. Стреляем. Во, по-моему, ребят, с помощью танка мы все-таки можем, наверное, разломать бункер или нет? Слушайте, и танк его не берет. Офигеть, ребят, он, ему даже на танк пофиг, серьезно, серьезно, а если у нас танк врежется в бункер, так, давайте поставим, вот так, поехали, так, ну-ка, может танк хоть как-нибудь разломает, танк просто заезжает, друзья, ясненько, я все понял, ну понятно, ребят, жесткий бункер, берем тогда атомную бомбу и... Ну, ребят, тут понятно, конечно. Атомная бомба способна уничтожить, по-моему, абсолютно все в этой игре, друзья. Ну, слушайте, довольно сильный бункер, довольно прочный. И танк, и все его не взял. Ну, атомная бомба, ребят, оно и понятно. Ладно, смотрите, ребят, у меня есть также машина против зомби. То есть, прям реально, она так и называется, зомби-кар. То есть, если у нас будет зомби-апокалипсис, мы с помощью этой тачки сможем отбиваться от зомби. Для этого давайте создадим, ребят, зомбаков. Просто вот так вот поставим. Ну, я думаю, достаточно, ребят, зомби. Типа у нас тут зомби-апокалипсис, все такое. Так, давайте распылим наш вирус. Где у нас вирус зомби? По идее, друзья, давайте вот так вот просто постреляем по всем этим шприцикам. Надеюсь, это сработает, друзья. Так, где у нас какой-нибудь пистолетик? Давайте возьмем. И у нас сейчас будут реально зомбаки. И, по идее, их будет, ребят, много. Ну, все вот эти людишки... Да тихо тебе, подождите, не вижу, где шприц. Дай стрельну шприц. Во, распылил, ребят. Так, давайте, зомбаки, по идее, они должны, ребят, будут встать или им помочь немножко. Так, я хочу, чтобы они просто встали, ребят. Во, ребят, потихонечку встали у нас, короче, зомбаки, эти просто заглючили. И у нас есть тачка, ребят, смотрите, против зомби. Тут у нас и базука есть, и спереди, ребят, есть меч какой-то. Сзади это все на ускорителях. Давайте попробуем просто, чтобы тачка поехала. Активируем. И пошли наши зомби, пошли наши зомби. Просто преодолеваем, а теперь включаем ускоритель, ребят. Просто тачка смела все на своем пути. Давайте паузу. Офигеть, ребят. Вот это было жестко, слушайте. Вот это жестко. Давайте посмотрим, что случилось с зомбаками. Ну, они тут как бы еще ходят. Что-то ноги у них там пытаются еще сделать. Но зомби-то нельзя убить, да? У нас тут ноги, видите, активны еще.
Офигеть, давайте, короче, второй раз, вот просто там не будем искать ту машину, запустим также эту тачку, но уже вот по ногам, ребят, и так далее, так, не в эту сторону. Просто включаем сразу ускоритель, все это включаем, слоумо. Полетела просто по ногам машина. Смотрим, ребят. Раз собрала, два, три, офигеть, просто всех последних зомбаков, ребят, мы пособирали. У-ху-ху! Офигеть, ребят. Ну вот это четко, слушайте. Реально, если был зомби-апокалипсис, я бы себе хотел, ребят, такую тачку. Потому что с помощью такой машины мы можем разбивать зомбаков, и нам будет абсолютно все равно вообще, ребят. Это топчик. Вот давайте ее еще раз добавим, вот эту машину. И попробуем против тачки для дерби, ребят, ее сравнить. Так, подождите, только вот в эту сторону. Ставим. Давайте, ребят, пишите в комментариях, чисто такое дерби. Какая из этих двух машин победит? Здесь мы не будем включать на правой тачке ускоритель. Просто, ребят, вот раз и два. Активируем тачки, они у нас поехали. Одна почему-то заглючила. Ну ладно, едет, едет. Вау! Ну-ка, follow. Все, просто машины разъехались, ребят. То есть ничего такого прям жесткого не произошло. Я думал, если честно, что будет поэпичнее, но прям настоящее дерби. Так, ладно, давайте добавим тогда вот таких вот пацанят и нашу тачку против зомби. Так, опять я не так сделал, вот так. И смотрим, ребят, кто здесь как бы победит. Чисто пока просто дерби. Так, поехали, поехали, мужики, едем. А, они не едут, ребят. Они у нас просто могут пострелять по этой машине. Ну, как бы да, дерби в этой игре, ребят, я понял, такое себе. Ну что ж, ребят, вы только посмотрите на этот гигантский корабль, и вот это точно пиратский корабль, как по мне. Тут прям заряженные пацаны с эмками, тут у нас чувачок еще сверху на базуке, друзья. Я не знаю, кстати, что отвечают вот эти кнопки, за что, что они делают, ребят. Ну давайте, кстати, попробуем вот так вот как-нибудь активируем, вот так поставим, типа... Вау, так тут атака, офигеть, тут сразу активируются все, ребят, получается, чувачки у нас, так, вот там я подломал немножко, к сожалению, просто капец, ребят, пошел обстрел самый настоящий, так, стоять, давайте, короче, это остановим, ребят, издевательство, во, добавим, короче, какую-нибудь, я не знаю, у нас там была станция с ракетой, попробуем вот, ну, чисто ее добавить. Посмотрим, что будет. Ох, нифига, какие лаги, ребят. Потому что этот корабль, капец, как у меня FPS сразу провисает. Ну ладно, вот у нас получается эта ракета. Давайте попробуем активировать кнопку, например, ну вот так. И пошла атака просто в эту ракету. Но ракета, ребята, у нас еще стоит. Давайте чуть поближе подведем. Так. Ну, по-моему, весь основной, ребят, дамаг идет мимо. Как мне кажется, если чуть поднять вот под этот огнемет. Воу! Просто капец, друзья. Да, это четко. Вот с помощью, друзья, вот такого огромного корабля, вот такого мощного с этими пацанами, я думаю, можно захватить вообще любой просто корабль. Но, ребят, конечно, FPS жестко провисает. Вот если бы не провисало FPS, мы бы попробовали. Хотя, в принципе, можно попробовать, ребят. Давайте добавим корабль, который у нас был в предыдущем ролике. Вот этот вот хороший, красивый кораблик. Вот он, типа, уплывает от наших пацанов, да, вот этих вот пиратов жестких. Так, а у нас тут еще и винты работают, тут у нас еще все это дело едет. Офигеть, ребят. Так, активируем кнопку, можно ее вот так вот активировать? Нельзя. Ладно, хорошо. Идем просто на таран, тогда вот так активируем. И пошла заруба, ребят. Просто атакуем, атакуем, атакуем. Ох, какие лаги, ребят. Ох, какие лаги. Офигеть. Жестко. Ну, слушайте, и при этом кораблик-то, вот этот наш, как бы он еще нормально себя чувствует. Хоть мы и тараним все это дело, но... Пфф, нифига, друзья, он даже не загорелся, ну, совсем немножко. Чуть-чуть просто. Продолжаем стрелять. Кстати, вот базука, ребят, не попадает по тому кораблю. Чуть-чуть выше идет стрельба. Мне интересно, в конце концов, он сломается вообще или нет, наш корабль-то вот этот? Ну, потихоньку, друзья, что-то там начинает у нас, да? Потихонечку загораться, но нет, по-моему, вообще пофиг. Бесполезно, ребят. Просто, мне кажется, бесполезно. Ладно, хорошо. Чистим все это дело. Я понял, что у нас ничего не сломается. Давайте попробуем все-таки разрушить тогда вот этот жесткий гигантский корабль. Пиратский. Так, спамним его, ребят. Во, какой у нас он красивый. И просто через огнемет, ребят, пробуем его уничтожить. Берем вот этот огнеметик прекрасный. Капец, кстати, гигантский корабль, офигеть. Так, ладно, поехали.
Попробуем поджечь сначала деревяшечки. Вот это все. Давай, давай, распространяйся, огонек. Давай, давай. Интересно, ребят, пойдет ко дну все-таки или нет? Так, 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 так. Во, думаю, достаточно, ребят. Все, давайте посмотрим. Ну, огонь пошел, деревяшки горят. Люди у нас тоже загорелись тем временем. И, походу, ребят, надо, знаете, что сделать? Мне кажется, надо где-нибудь... Ой, вот тут вот, ребят, подпалить, скорее всего. Хотя просто у нас это все сгорает, и особо никакого, ну, изменения я не вижу, да? Ну, почернели палки, типа, ну окей, и все. И на этом как бы мы закончили, что ли? Офигеть, ребят, вот это невероятно крепкий, короче, я понял. Кораблик, давайте тогда просто берем любимый динамит и вот так. Пау! И даже так ему пофиг, серьезно? Ну-ка. Активируем. Бамс. Вообще, ребят, прям капец. Вот эти несущие конструкции металлические, они очень прочные. Просто невероятно какие прочные. Ну вот это просто лайкусик, ребят, за этот корабль. Это мега круто, ребят. Смотрите, ребят, какая у нас есть жесткая уничтожилка человечков. Да, дробилка типа такая. Так, погодите. Вот пацаненка типа я поставил. Хорошо, как это все активируем? Давайте вот сюда вот нажимаем. Попробуем активировать колесики. Вау! Вау-вау-вау! С какой скоростью, ребят, тут все это происходит. Давайте, вот я поставил просто слоумо. И даже в слоумо, ребят, это невероятно быстро просто уничтожает людишек. Ха-ха! Офигеть вообще! Стопы, а что будет, если мы робота сюда заспамним? Ну-ка, 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 робот! А, роботу пофиг, он просто падает, ребят. Ну-ка. Оу, я выключил слоумо, ребят. По-моему, хана игре. Я сломал игру, походу. Ноу! Ну что ж, друзья, вот на такой прекрасной ноте заканчивается мой сегодняшний ролик. Сломал я, походу, игру, ребят. Все у меня тут заглючило. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, ребят. Хорошего настроения, не болейте, успехов. Спасибо за просмотр. И... Отглючило, что ли? Пока-пока!